Всем привет, ребят! Ну что, мы на аккаунте моего подписчика с ником «Что ты хочешь?». Я не знаю, что он хочет. Сейчас мы посмотрим, что мы сможем. Так, находится он в гильдии Пуфчик. Вот так вот. В гильдии только он один, поэтому кидайте заявки, вступайте, кто хочет скрасить его одиночество. В общем, поехали. Аккаунт у нас бездонатный, можно так сказать. 38 тысяч самоцветов. На Аке куча коробок. Сейчас посмотрим, что надо. О, вот это такие аккаунты мне нравятся. Такс. Свалин, Аса, Землеройка, Оккультист, Ледяха, Командора, Седна, Трифид, Зефир, Ос, Космо, Коба. В общем, поехали. Нестандартный, хотя я обычно 40к, но тут 38 попросил, я уже не отказал. Одержимый, неплохо. Хранитель. Гаргул ниндзя. И чё, это все? Вы чё, прикалываетесь? Химка. Да ну нафиг, это просто жесть. Это просто пипец. Нифига себе, у него герои дамажит. Жесткие. Так, ну так, тактику рейдов еще никто не отменял. Я надеюсь, мы сейчас затащим. Так, поехали. Тессочка сразу же падает. Рыцарь. Видите, все-таки рейды тащат. Рино. Да ну нафиг, давайте мне имбу сюда. 150, Ладракула. Ничего себе, надо по 150. Ведьма. Королева Ос. Ну, первый недостающий герой, ребятушки, у нас есть. Правда, это такой печальный герой. Просто никакой. Но есть. Так, будем придерживаться тактики рейдов. Нифига себе. Посмотрите на его героев, что они чудят. Просто тупо унижают. Так, 99, значит, сейчас будет имба. Я говорил, будет имба. Вот так вот, землеройка. Рыцарь. Ниндзик. Блин, надо реально бегать в рейды. Я уже даже, знаете, сам начал в это верить, что надо бегать в рейды. Так, окей. Давайте еще сбегаем. Пока это работает. Друид. Не, что-то мы плохо в рейды сходили. Опять Купидон. Бигфут и Фрея. Жестко. Жестко, но это все вроде у нас есть. Фрейка, то однозначно есть. Бигфутик. А Бигфута нету, ребят. Вот так вот. Третий недостающий герой. Короче, побежали опять в рейды. Рейды — это та тема. Будем бегать в рейды, пока падает. Без рейдов реально никак. Так, ну-ка посмотрим, что мы ему в этот раз нашаманим. Призрачный всадник. Капитан Дрейк, Дед Мороз. Офигеть. Поехали еще в рейды.
Я не знаю, что это такое, но это реально работает. Так, осталась у нас одна Фрея. Ну пусть ее сейчас убьют и попробуем таким образом еще паролить. Хотя это будет, наверное, вечный бой. Хотя, наверное, мы бы даже затащили. Ну смотрите, опять бульдозер, профессор Рибит. Да что это за фигня, реально? Это просто пипец. Командора. Но Рибит у него есть. Побежали еще. Тактика работает. Но не всегда. Атлант. Так, окей. А ну интересно, что у нас по слизням. Слизни вообще нифига не падают. Я вообще в шоке. Но зато хоть слизни не падают, но зато герои падают. Это радует. Такс, давайте пооткрываем. Пусть рандомчик немножко успокоится. Землеройка раз. Королева ос 2. Бигфутик 3. Да блин. Так, отлично. Поехали. Чик, чик, чик. Ну. Командорка. Помидорка, командорка. Плюс еще один, ребят, недостающий герой. Это реально трэш. Надо, короче, просто тупо бегать в рейды. Особенно, когда выбиваешь героев. Тактика работает 100%. Так, что у нас? Давайте посмотрим по этим героям. Командорка. Я думаю, тут тыковка. Да, тыковка здесь топовая. Махатма. Ну, Махатме, в принципе, бессмысленно. Бессмысленно. Так, ну, давайте кинем сюда пока. Да, падает, конечно, просто. Одно лучше второго. О, Бастик. Бастик фантастик. Стойка. Рассвет. Железка. Ну, железку я оставлю. Ладно, оставлю. Поехали еще разок в рейдикс бегаем. Потом разберется уже с талантами. Ну, я считаю, что мы более чем удачно сбегали на коллекционера сегодня через рейды. Как бы это ни странно было, но, блин, тактика просто бешеная. Лиги просто сыпятся. Батька сказал, батька выбил. Это просто, ребят, это просто нереальное что-то. Я не знаю, что это такое. Еще и укротителя достали. Ну, здесь на этом аккаунте просто полный трэш. Пожалуйста. Еще и дополнительно вытащили космо. Офигеть. Просто офигеть. Насколько же кайфово мы сегодня с вами
затащили этот роллинг. Я не знаю, просто кайф. Так, тут бывашка, но тут, конечно, лучше бы железку он поставил. А, больше толка было бы, наверное. В общем, вот такие вот, ребят, чудеса. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.